Будь здоров. Приехали мы сейчас на такой мини-рынок. Хотим посмотреть овощи здесь. На соленье. Давай, Дим, проходи вперед. Пойдем. Ой, арбузики какие. Арбуз килограмм 25 рублей. Картошка 33. Да, иди сюда. Сейчас дынки, баклажаны. Сейчас им посмотрим, что тут. Чего там? Сейчас. Ну, какие мини-сушечки. Кого? Меня. Видела. Вон Яша бежит. Наш дворовый пес. Так, ладно. Ой, холодно. В общем, мы только приехали сейчас домой. Сережа мне помог сумки занести. Так, сейчас тут свет выключу. Вот. В общем, съездили мы на базу. Купили, значит, трубочки со сгущенкой. Ну, взяла 3 штучки, потому что кроме меня их никто не ест. Потом печеньки купили, такие глаголики. Сушки. Дима, между прочим, купил на свою мелочь, которая у него в кошелечке была. Там насобирал он. Потом хлеба. Такой прям свеженький, мягенький. Дальше. Вот арбузик, кстати, 25 рублей за килограмм. Вот Сережка там выбрал. Вроде, как сказали, сладкие арбузы. Взяли пакет огурцов. Но в основном я, конечно, выбирала... Это все на соленье. Но они настолько вкусные, мне кажется. Они прям колючие, как вот с теплицы только сняли. А у них там еще свои теплицы. Они то есть сами выращивают огурцы на этой базе. Огурцы, по-моему, если я не ошибаюсь, 79 рублей. Вот они такие прям колючие. Ой, огурчиками вкусно пахнет. Вот. Огурцы взяла, не знаю, ну вот тут почти целый пакет. Помидоры взяли 5 килограмм. Взяли вот такие вот красные и такие вот как оранжево-желтые. В общем, и перец. Перец я буду замораживать. Это для фарширования я взяла его. Вот. И еще взяли острый перчик. Давай, это тоже мне для консервации. Это я куда-нибудь там буду добавлять. Еще хотела взять кабачков заморозить. Там не было. Там была кукуруза, еще баклажан. Домой сейчас зашли. Смотрю, Женя уже, видать, ушел гулять. Дома его не оказалось. Потому что, когда мы уезжали, он только проснулся. Я ему говорю, обязательно позавтракай, попей чай. Не знаю, в общем, ел он, ничего нет. Мне кажется, он даже ничего не делал. Как всегда, наверное, я не хочу, я не буду. В общем, не знаю. Вот съездим сейчас. Димка поспит. И поедем в город. Вот мне надо там кое-какие приправы докупить. Потом вот Женя для школы. Уже прям окончательно съездить. Все докупить. А завтра уже
заниматься с оленями, там, заморозкой. Посмотрю, насколько мне еще времени хватит. Потому что если я сейчас выйду на работу, я знаю то, что у меня руки вообще до этого всего не дойдут. Вот, потому что что там всего? Считаю, работаю пятидневку, субботу, воскресенье, выходной, ну и что там 2 дня? То не знаю, что ли убираться, то ли есть готовить, то ли идти гулять с семьей. В общем, такие дела. Так что хочу вот прям за эти оставшиеся денечки до работы все уже наготовить, сделать и спокойно, уже со спокойной душой выходить на работу. Знаю то, что у меня никаких там запланированных дел позади меня нету. Да. Не рушил. Но надо. Mm-hmm. Надо обрабатывать это. Это черные. Mm-hmm. А вот тут не будешь мазать под забором. Сереж сегодня приезжал. Мастикой мазал. Фундамент, который под ворота идет. Приехали. Сейчас хочу нарезать зонтики. Ты мне бытовку только открой, мне ножницы надо взять там. Срежу так головы. Вот так вообще. Ой, смотри, какая гусеница толстая стала. Вот только приезжали. Она, мне кажется, меньше была. Она все сидит, что ли, тут? Не знаю, она это или нет. Вот вторая. Но это такая же маленькая. Мне кажется, это поменьше была. Может, конечно, это другая. Ножницы мне скинь. Она что-то присох. Может, другой этот куст? Пускай она сидит. Давай другой. Как тебе? Так? Да. Ой. Вот эти попушистые, которые. Вот такой уже слева. У нас так укропом запахло. На срезе. Ну вот, давай еще один, наверное, пока хватит. Потом еще. Нарежем. Да не надо, то будет сохнуть. Так быстро начинает темнеть прям. Тихо. Нам уже тут на днях ящик под электричество повесили. Завтра приедет, будет доделывать. И тут он нам часа, наверное, за полтора задал. Вот это все установил, провода туда ставил. Ящичек у нас и уровень. Смотри, сейчас у Сережи спрашивают, ну что он его прилепил? Думаю, на клей, что ли? На магните. Я смотрю, думаю, как он тут держится. Ну а завтра что он тут будет? Вот эти остальные провода вставлять туда? Да. И все? Ну, соберет все как надо. Офигеть, столько проводов. Это вот эти все он будет? Вот эти все. Это антенны, там камеры. Короче, черные только. Да. Офигеть. А под них еще другой надо. И как туда определить, где какой провод? А потом там же все подписано на проводах. Потом все подпишут. А, насос. Свет, ты подписываешься. Да. Все, пошлите. Пошли. За руку он меня взял. А это у нас что тут? Чувак. Под чего коробка? Это под интернет. Иннет, интернет. Сейчас смотри назад, бах. Хочу упасть! Туда! С
Все, поехали домой, холодно. Она уже засохла, высохла. Она без запаха, но стикает. Все, пойдем. Давай, кто быстрее до машины. Тихо, тихо. Кто быстрее до раз, два, три. Ну, как всегда, один. Ты что так чумазый? Где ты? Где хуй там, блядь, блин? Не будешь допивать? Я его видел там. Дим, дай-ка ногу мне. Ты всю трубочку разгрыз. Ой, холодно. Ну-ка. Заводи вперед крути. Куда? Туда, да. Вот, сильней. Молодец. Вот прям горячий воздух у меня. Вот ты мне за ноги вылез. Телефон. Все, едем. Пока. Пока там Дима с Женей развлекается. Сейчас вам быстренько покажу то, что купили. Крышки взяли вот такую вот упаковку. Здесь 20 штук. Это которые вот без ключа. Ну что, у меня вот банки такие, как раз такие крышки. Взяла пока 20 штук, потом видно, будет понадобиться, еще куплю. Яблочный уксус, небольшую бутылку. Обычный столовый уксус, 6%. Потом утенок взяла. Чокопай. Да, Сережа захотел тушенку. Потом дальше, главное, смотрите, сначала в одном магазине взяла перец с горошком, забыла то, что взяла, увидела его в Пятерочке, купила еще. А. Мама, ты где эту тушенку купила? Тушенку? В магазине папа взял. Какую? И, в общем, ну, он лишний не будет, останется даже потом понадобится. Какой магазин взяли? Пятерочке. Душистый, главное, этот стоит 17 рублей, а этот почти 72 рубля, хотя здесь по количеству вот даже меньше. Ладно, пусть будет пищевую соль каменную взяла. Так, это Жене надо, дай, дядь, неси маркеры. Ватные палочки, немного бананов. Ну, это вот мы сейчас ездили в деревню. Нарвали немножко, там много не надо. Потом стерилизатор для банок. Вот такой. Спагетти. Сейчас все же с тушенкой сделает. Так, а это вот Жень. Сейчас я им отнесу сразу, отдам. Блин, Жень меня просил сейчас. Ой, неудобно. Тебе твою. Это твой подарок. Мой подарок. Я забыла деньги снять. Я не буду. Это в школу. Пусть тут пока лежат. В общем, с тетрадями вообще дефицит. Нигде ничего нет. Еще обложек взяла. Ну сейчас, Дим, какие руки? Что ты придумываешь? Ну, ты эти взяла, но такие в школу нельзя. Ну и ладно, пусть так будет. Дим, не прыгай, не мешай.
Какие руки? Ты что, маленькие, что ли? Ну, на всякий случай пусть будет, потому что разные. Жене нужна была химия тематическая, мне страдать. Там ее нигде не было, вообще ни в одном магазине. Что, была физика? Женя просто как с репетитором сейчас начала заниматься по физике. Там не только я. Мастер-группа. Но не индивидуально, какая-то там вот группа у них. И вот он хочет просто физику сдавать, и вот онлайн занимается. Мам, я не хочу золотой сорт. Как не хочешь, надо. Не хочу. Ну и что, такие тетрадки или нет? 48. А почему вот такие в школу нельзя? Да, зачем? Для контрольных работ что такое? Вот. Надо обычно зеленый. Ну, может, и можно. Короче, ладно. Ну-ка, стой, дай тебе. Ай, быстрее, руку больно. Такие разные батончики. Думала, Женя на перекус. Когда он такой клёкая вишня. Такой. И Женя еще просила ему с его карты деньги снять, а я забыла. Какой-то кофе шоколадный для энергии. Короче, ну, сюда положу. А сейчас Дима там все открывает, раскидает. Че это ты не ешь такие? Так. Задание номер 9. Ну это там пока физики нет. Там математика физики. Так, это будет УГ, а это будет химия. А это да. Короче, ладно. Мы приехали голодные. Кстати, арбуз купили. Сегодня сладкий. Ты ел арбуз? Ну и что, нормальный? Да, в Сочи мы брали вообще никакой, безвкусный, водянистый. А это хороший сегодня взяли. Нанести. Ладно, всем пока-пока. Пойдем мы сейчас переодеваться, руки мыть, ужинать.